Аварийное состояние тепловых сетей – одна из самых наболевших проблем в нашем городе. Практически в каждом дворе или доме имели место подобного рода аварии. Для жителей дома 13 по улице Гоголя такие проблемы вообще являются нормой. В прошлую пятницу на пороге этого дома провалился асфальт. Кстати, местные жители уже не раз обращались в редакцию нашей телекомпании с проблемой, касающейся теплоснабжения. Узел элеватора у их подъезда парил на протяжении 10 лет, а теперь еще и это напасть. Значит, пишут, тепловые сети в районе указанного дома Гоголь-13 находятся в исправном состоянии, следов запаривания нет. И сегодня обвалился асфальт. Асфальт обвалился около подъезда, здесь дети бегают, пожилые люди ходят. На этот раз никто не пострадал, но вполне возможно, что в следующий раз жильцам или прохожим повезет меньше. Водоканал и теплосеть сваливают вину друг на друга. Выяснять, кто прав, а кто виноват, приходится владельцам квартир в доме под несчастливым номером. Приехали теплосети, водоканал. Водоканал вообще не чистит колодец, поэтому теплосеть говорит, виноват во всем водоканал. Но кто виноват, пусть разбираются они. А сколько здоровья вытянули, это не рассказать. Самое дорогое вытягивание здоровья. И эти люди работают, которые вот так относятся к нам, к народу. Это что такое? Сколько можно нервов трепать нам? В энергетической компании признали тепловые сети исправными. Но эти заявления, как оказалось, не несут под собой никакой смысловой и практической нагрузки. Жители дома не могут спокойно спать, зная, что их дом, того и гляди, провалится под землю.